Бегало, бегало мое сердце по дорогам, оббивало закрытые двери и пороги, забивалось в углы и овраги, разбивалось там, где вовсе не ждала, но нашло безопасное место, то, которое вряд ли искала. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Спряталось мое сердце в темном чулане, задвигало окна и ставни в дырявом кармане, поднимало все разные флаги, разломало то, что сломано было, но нашло твои нежные руки, те, которые вряд ли просила. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, мое сердце в твоей руке, и оно принадлежит тебе. Ой, аллилуйя. Отец, действительно, включи внутри нас эту веру Божию. То, что ты действительно есть. То, что ты действительно на этом месте. Веру в то, что ты действительно живешь внутри каждого из нас. Аллилуйя. И то, что твое царство, оно тоже внутри каждого человека на этом месте. Аллилуйя, аллилуйя. Мы верим, Боже, верим просто сильно, крепко. Вау, в Тебя, Господь, аллилуйя. И когда Слово Твое говорит, что без веры угодить Богу невозможно, это действительно без веры именно в Тебя тебе невозможно угодить, аллилуйя. Аллилуйя. Мы благословляем Твое святое имя. Мы, Боже, ценим и, Боже, мы трепещем перед Твоим присутствием. Мы знаем, что Ты сейчас на этом месте, для нас это самое главное, для нас это самое важное. Мы не хотим уже, Боже, никаких программ, не хотим никаких, Боже, формул, но мы хотим просто иметь живого Господа, Боже, посреди наших служений, посреди наших церквей, Боже, в наших семьях, аллилуйя. Это то, что действительно может изменить нас. Это то, что действительно может привлечь людей, Боже, в наши церкви. Поэтому мы так благодарны Тебе, что Ты живой. Ты живой, Ты истинный, Ты настоящий. Аллилуйя. Ты освободил меня от наркотиков. Боже, Ты дал мне новую жизнь. Вау, ща-ба-ла-ла-ла-ла-ла. И слова Твои – это действительно суть, дух и жизнь. Поэтому прямо сейчас говори в каждое сердце скажи свое слово, Боже, чтобы, если там что-то где-то как-то у кого-то, Боже, может быть, начало умирать, может быть, уснуло, мы просим Тебя, скажи свое слово, которое освежит, ободрит, укрепит, восстановит. Аллилуйя. Ой, чудесный, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус,
чудесный Иисус, чудесный, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус, чудесный Иисус. Иисус.